Плющ уже несколько лет растет на этом месте, но не дает дополнительной поросли, потому что, ну, просто мы его топчем. Поэтому решили сделать стоечку для него. Он очень красиво будет подниматься и закрывать. А о том, как мы будем делать, вы узнаете в фильме. Первая стадия. Нашли арматуру нужной длины и вставили на нужном расстоянии. Чтобы придать жесткость всей конструкции, супруг приварил параллельные три арматурины, диаметр которых намного тоньше, чем основные. И последний верхний пруток для этой стоечки, чтобы делаем вообще мы ее для того, чтобы прикрыть не очень приглядное место. Поэтому советуем и вам, если есть что-то, что вы хотите спрятать, делайте такие стоечки, трильяжи. Красит супруг серебрянкой, так красиво вписывается в общий дизайн нашего. После того, как стойку окрасили, решили, что надо натянуть вот такую пластиковую сетку, на которую будет легко виться. Сетка была натянута. Получилась у нас вот такая конструкция. И теперь осталось только направить плющ по этой такой импровизированной. Для того, чтобы плющ в дальнейшем красиво обвил эту стоечку, надо было вначале подвязать плющ к стойке, а затем он уже сам начнет виться. Работа окончена. Плющ подвязан, направлен.